Шеф-повар Максим Григорьев. Домашняя солянка в мультиварке. Уже по традиции, каждый год 2 января готовлю солянку. Нет, конечно, я ее готовлю чаще, чем один раз в год, но после Нового года обязательно. В этот раз попробовала приготовить ее в мультиварке, получилось вкусно, не столь хлопотно, и сам вкус солянки получился более насыщенный. Время приготовления 2 часа 50 минут. Ингредиенты. Бекон 200 грамм рам-рам. Говядина мякоть 400 грамм рам. Картофель 2 штуки. Колбаса вареная 200 грамм рам-рам. Колбаса копченая 400 грамм рам. Лимон 1 штука. Лук репчатый 1 штука. Маслины с косточкой 15 штук. Масло подсолнечное рафинированное 2 столовые ложки. Морковь 2 штуки. Морковь по-корейски 50 грамм. Огурцы маринованные 200 грамм рам-рам. Перец душистый 3 штуки. Перец черный горошком 5 штук. Свинина мякоть 300 грамм. Томатная паста 1 столовая ложка. Шаг 1. Для приготовления солянки нам потребуется несколько видов колбас. Мясо, и говядина, и свинина, бекон, огурцы маринованные, морковь свежая и корейская, лук, маслины, томат и специи. Шаг 2. Свинину и говядину промыть и выложить в чашу мультиварки, установить режим тушения на 1,5 часа и готовить до сигнала. Снимать пену не обязательно, так как бульон будем процеживать. Воду я налила до метки, чаша на 4,5 л, кто любит погуще, добавьте воды чуть меньше. Шаг 3. Лук и морковь нарезать небольшим кубиком. Шаг 4. Колбасы и бекон нарезать на небольшие брусочки. Шаг 5. Вынуть мясо из чаши мультиварки, бульон процедить и отложить. Чашу промыть. Шаг 6. В чашу мультиварки налить масло, выложить лук и морковь. Установить режим выпечка, жарка на 20 минут и готовить 5 минут. Шаг 7. Добавить колбасную нарезку и бекон, жарить с открытой крышкой еще 10 минут. Шаг 8. Тем временем нарезать на кубик огурец. Шаг 9. Нарезать брусочками мяса. Шаг 10. И небольшим кубиком картофель. Шаг 11. В чашу мультиварки добавить томатную пасту, морковь по-корейски. Готовить на этом же режиме еще 5 минут, до сигнала. Шаг 12. Добавить картофель, огурец. Шаг 13. Налить процеженный бульон, добавить специи. Установить режим тушения на 1 час. Шаг 14. За 5 минут до окончания приготовления, добавить маслины, посолить по вкусу. Шаг 15. Солянка готова. Шаг 16. Вылить солянку в супницу и подавать. Подавать со сметаной, лимоном и рубленной петрушкой. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.